Могу вам назвать другие фильмы, опять-таки, вот того же Калатозишвили или того же Звягинцева с его возвращением, где так или иначе рассматривается главная, я бы назвал главнейшая проблема, как человеку человеком быть. Потом, если вы думаете, что в том прошлом сплошь и рядом делались великие картины, вы ошибаетесь. Во всем мире снималось, ну, я не знаю, может быть, ну, тысячи фильмов, да? А там 8,5 это была одна картина, а там, я не знаю, «Рок и его братья» — это одна картина, и там «Красота по-американски» — одна картина, а кроме этого еще сотня совсем иного товара. Нет, это очень живой процесс. И те фильмы, о которых вы говорите, это фильмы определенного жанра. И, так сказать, честно говоря, они, по-моему, даже за другой жанр себя и не выдают. Они себя и позиционируют как там «Гагачи», да? Если же говорить о серьезных процессах, то они упираются в процессы нравственные. По сути дела, произошло разрушение одних идеалов, и заместить эти идеалы иными еще не случилось, на мой взгляд. Хотя мне представляется, что вот в... Простите, ради бога, в литературе уже есть некоторые серьезные признаки, того, что осмысление происходящего, осмысление того, что на самом деле происходит в душе человеческой, есть. Ушли уже многие, но 90-летний Гранин, например, о крайне серьезной проблеме рассуждает, о восстании лакеев. Ну, это надо прочесть, видимо, это интервью, которое было опубликовано, если мне память не изменяет, в российской газете. Понимаете, лакей ведь не Савельич. Помните «Капитанскую дочку»? Не Савельич, который отказывается от своего «я», дабы сохранить жизнь и тело, и душу своего барина Петруши Гринева. А лакей – это Яша из «Вишневого сада», которому глубоко начхать, кто ему платит. Ему важно туда вернуться, в Париж –